Доброго времени суток, с вами Наталья Зубкова. Сегодня хочу вам рассказать про сетевой маркетинг. Что это такое? Хочу рассказать это очень просто, как можно проще, чтобы понял не только тот, кто уже работает в сетевом маркетинге, а каждый, кто хочет к нам прийти и кто сомневается. Очень кратко, что такое сетевой маркетинг? Ну, во-первых, сетевой маркетинг – это одна из самых перспективных профессий в данное время. Несколько лет назад сетевой маркетинг перешел в интернет, то есть до этого он развивался офлайн. И даже в то время, когда он развивался офлайн, это была самая перспективная, одна из самых перспективных профессий. Сейчас сетевой маркетинг набирает обороты в интернете. Я работаю в компании Oriflame, я менеджер компании Oriflame. И хочу вам сказать, что я очень горжусь этим. Я всегда всем говорю, что я сетевик, я говорю это с гордостью. И хочу сказать, что за 5 лет, что компания Oriflame работает в интернете, мы по онлайн-продажам вышли на третье место после Аэрофлота и РЖД. Я думаю, что это о чем-то говорит. Так, ну поехали. Значит, ну сначала хочу что вам рассказать. Хочу рассказать вам про сетевой в Европе, что это такое. То есть сетевой маркетинг в Европе, за границей, это очень уважаемая профессия. За границей так просто не попасть в сетевой маркетинг. Там для того, чтобы работать в сетевом маркетинге, там очень много желающих, для этого нужно, чтобы человека туда взяли, нужно пройти бизнес-школу за свой счет. Просто так с улицы туда никого не возьмут. Менеджеры сетевого маркетинга там работают как наш отдел кадров. То есть никто никого не приглашает, никто никого не зовет. Люди приходят, сами узнают, а менеджер уже выбирает, кого-то взять, кого-то не взять. Вот этого я возьму. У него есть образование специальное, а вот этого я не возьму, пусть он сначала бизнес-школу закончит и так далее. Я хочу сказать, что скоро мы тоже будем так работать. Просто Россия – это такая страна, где все хорошее очень долго приживается. Очень долго. Но сейчас сетевой маркетинг набирает обороты, потому что мы перешли в интернет. Поэтому сейчас мы набираем обороты. Когда-то, знаете, очень давно я тоже говорила, что сетевой маркетинг не для меня. Ну, как обычно вот. Объявления всевозможные, ищу работу, сетевой маркетинг предлагать там и так далее. Почему? Потому что у меня тоже срабатывал стереотип. Сетевой маркетинг – это значит журнал в зубы и побежал продавать, каталог в зубы и вперед. Я сама работала в Oriflame до этого, когда-то очень давно. Ну, я не скажу, что это было невыгодно, но просто я не люблю продавать. Я умею, но я не люблю этим делом заниматься. И даже в то время это было выгодно, потому что я показывала каталог своим знакомым, они у меня что-то покупали, и на разницу я покупала продукцию себе. То есть я практически брала себе продукцию бесплатно. Просто в то время, когда я была зарегистрирована, ну это было давно, это было лет 20 назад, мне никто не сказал, что, не объяснил, что в сетевом можно, в Oriflame можно заработать. Мне никто этого не сказал. Поэтому у меня было такое представление, что сетевой это вот именно мы бегаем и продаем. Вот. А в данный момент компания Oriflame есть возможность построить собственный бизнес и заработать хорошие деньги без продаж. То есть это очень важно. Так, я немножко отвлеклась, значит, про сетевой в Европе. Почему я так это все говорю уверенно? Потому что у меня за границей живет сестра моя. И как-то одно время я занималась этим вопросом. Мы хотели уехать из страны. И я очень серьезно этот вопрос изучала. Ну и вот было несколько моментов уехать, допустим, если просто эмигрировать, то это занимало, ты подаешь, собираешь все документы, все это платно, естественно, там, нанимаешь юриста, чтобы все это было грамотно составлено, и это все занимает, может занять от года до там, 6-7 лет. Но были и такие возможности уехать очень быстро. Я не буду все их перечислять, я только хочу сказать, что одна из этих возможностей – это если ты работаешь в сетевом маркетинге. В то время я не обратила на это внимания. Я не обратила на это внимания, потому что в то время я, как и все, у меня был стереотип срабатывал, как я уже сказала. Вот. И получается как? Смотрите, нам, сетевикам, рады в любой стране. Почему? Потому что мы сами себе хозяева, мы сами себе работодатели. Приезжая в любую страну мира, мы не просим у них пособия, мы не просим у них там чего-то. Мы приезжаем собственным бизнесом, мы платим налоги в эту страну, мы даем рабочие места людям этой страны, поэтому нас рады видеть везде. Вот. Как я уже говорила, сетевой маркетинг – профессия 21 века. С 2013 года сетевой маркетинг включили в государственный реестр профессий.
То есть это все сейчас законно. Это абсолютно легальный вид деятельности. Абсолютно легальный. Ничего страшного в слове сетевой маркетинг нет. Сетевой маркетинг это вообще это очень круто. И вот смотрите, сетевой маркетинг в жизни каждого из нас, он на самом деле присутствует с самого рождения. Как только вот мы родились, как только мы начали общаться, естественно, мы все общаемся, мы все живем в обществе. И сетевой маркетинг, он, ну, это, мы просто не знаем, что это сетевой маркетинг. Я всегда своим новичкам, своим, кто вот кому рассказываю, я всегда привожу такой пример. Вот, допустим, представьте, в вашем городе открыли какой-то магазин, новый совершенно. Вы туда поехали, и вы купили там себе что-то. Естественно, когда вы идете, допустим, в магазин за хлебом, да, вы же не берете булку хлеба себе и 10 булок на продажу, да, вы сразу у вас мозги работают, что вот надо продать. Нет, конечно, вы берете только себе. Вы сходили в магазин, вы купили себе то, что вам необходимо. Естественно, вам надо, вы же общаетесь, мы же все нормальные люди, у нас у всех есть друзья, родственники. Мы купили себе и рассказали об этом своим друзьям, своим родственникам. Каждый из этих родственников, друзей, поехал в этот магазин, тоже что-то купил себе и тоже рассказал, у каждого человека свой круг общения, и тоже рассказал своим друзьям. Следовательно, вы один, создали такой большой товарооборот этому магазину, вы проделали громадную работу, вы создали магазину этому очень большой товарооборот. Как? Вы купили себе и рассказали об этом людям. Все. Но этот магазин вам, естественно, за это не заплатит, вам даже спасибо за это не скажут. Вот компания Oriflame именно за это нам платят деньги. Очень часто люди говорят, это пирамида. Что я хочу сказать? Я сейчас вам несколько отличий, самых главных расскажу, чем отличается сетевой маркетинг от пирамиды. Это не пирамида. Сетевой маркетинг, он не похож на пирамиду. Ну, может быть, можно сказать, отдаленно напоминает товарооборотную пирамиду, но ни в коем случае не финансовую. Что такое финансовая пирамида? Финансовая пирамида, она запрещена законом. Это уголовно наказуемое преступление. Чем отличается самое главное отличие сетевого маркетинга от финансовой пирамиды? Это тем, что в сетевых компаниях всегда есть продукт. Понимаете? Именно продукт, который пользуется спросом. В финансовой пирамиде этого нет. Там нет продукта вообще. То есть вы туда относите деньги, чем больше, тем лучше, и вам дают взамен бумажку, да? Или там какой-то продукт, который, ну, не нужен вам, он не актуален, в нем нет необходимости. Ну, например, были такие финансовые пирамиды как-то одно время, когда продавали луковицы тюльпанов, то есть вы приобретите там за громадную сумму большое количество, выращиваете, потом их продавайте. Ну, вот это тоже финансовая пирамида. Либо вам просто дадут документ, и все. Вы будете сидеть и ждать у моря погоды. Либо вот таким образом. Значит, в финансовой пирамиде никогда не заработает тот, кто рядовой участник. Да, никогда. Там получают зарплату, деньги только верхушка. То есть собрали денежки и исчезли. В сетевом маркетинге, что очень важно, что в сетевом маркетинге заработать может любой. Было бы желание, если человек будет работать, если у человека будет большое желание заработать. В сетевом маркетинге нету потолка, нету ограниченных должностей, то есть вот один директор и все. Сколько надо директоров, столько и будет. Есть еще такое заблуждение. Вот есть пирамиды две, допустим, есть финансовая пирамида, да, которая запрещена законом. Есть еще пирамида, на основе которой построено наше государство. И построено практически все в нашей стране и на земном шаре построено по принципу пирамиды. Но это пирамиды государственные. То есть, например, допустим, возьмем государство. Это президент, это кабинет министров, там, ну и так далее, и так далее. У каждого министра свои структуры, да, и мы. Самая верхушка пирамиды – это президент, и самый низ основания пирамиды – это простые люди. И вот скажите мне, пожалуйста, где гарантия, что человек, самый маленький человек, любой из нас, станет президентом? Есть такая гарантия? Такой гарантии нет. Можно взять какую-нибудь любую организацию, ну, допустим, школу, ну, больницу, там, медицинские учреждения. Вот смотрите, там та же самая история. Допустим, министр образования. Дальше идет там департамент, Горано, Горано, и простые школы, простые учителя. Опять же, стоит вверху министр образования, внизу идут простые учителя. Основание пирамиды, да, простые учителя. Где гарантия у простого учителя, у обычного, как бы он ни работал, как бы он ни пахал, каким бы умным он ни был, что он станет министром образования? Где? Нет такой гарантии. Это, я не знаю, это, наверное, 1% из 10 тысяч, даже, более, даже меньше. В сетевом маркетинге
Мы приходим, мы все новички, мы начинаем с самого нуля. И мы, если мы работаем, и мы имеем большое желание, мы всегда добиваемся успеха. Естественно, у всех все происходит по-разному, потому что все люди разные. В сетевом, в чем прелесть сетевого маркетинга, что тут никто никого не заставляет. Пришел, не работаешь, твои проблемы. Работаешь, пожалуйста, чего-то хочешь, спрашиваешь, поможем. Поэтому люди, опять же, приходят разные. Здесь нет такого, что ты пришел, 8 часов отработал, допустим, и ушел. Да, нет, тут такого тоже нет. Каждый выбирает себе время, сколько работать сам. Каждый выбирает себе, как работать, где работать. Сегодня работать, завтра не работать. То есть, и поэтому, естественно, рост у всех происходит по-разному. Кто-то приходит и с нуля за год, за два вырастает на очень большой уровень, выходит на очень большую зарплату. Кто-то приходит и 10-15 лет работает и выходит только на такой же уровень. То есть все здесь, в сетевом маркетинге, все зависит от вас. Я хочу вам рассказать, привести некоторые примеры такие, знаете, вот сетевых компаний. Я не буду называть названия сетевых компаний, потому что сейчас в интернете наши конкуренты очень активировались. Они видят, что в Oriflame идут люди, что Oriflame работает, что в Oriflame нет кризиса. У нас только что закончилась конференция в Майами, бриллиантовая конференция. В мире кризис, в стране кризис, а мы, пожалуйста, мы растем, развиваемся. И наши конкуренты стали вести очень такую нечестную борьбу. То есть нас поливают грязью, но это их проблемы. Мы так не работаем, мы так не действуем. Это еще один момент, почему я пришла сюда. То есть, прежде всего, я пришла сюда, потому что это Oriflame. Прежде всего, потому что это Oriflame. Потому что нам 50 лет уже в этом году. И потому что я не люблю продавать. То есть, потому что мне не надо продавать, я работаю дома в интернете. И вот еще один момент, почему я в этой компании, это потому что мы работаем честно. Мне очень нравится, что мы никого не поливаем грязью. Мы просто работаем. А у людей есть глаза, у людей есть свое мнение, люди не дураки, и каждый сделает свой выбор сам. Вот хочу рассказать, такие примеры привести. Есть, допустим, у нас на рынке в России очень хорошая сетевая компания. Бытовая химия у нее, там очень много у нее продукции в этой компании. Но вот смотрите, давайте такой вопрос задам. В любое время, как бы человеку не было плохо, что человек прежде всего купит? Вот мало денег, минимум денег, что человек прежде всего купит? Естественно, продукты, лекарства и средства гигиены. Если это нормальный человек, он по-любому купит кусок мыла, шампунь и зубную пасту. Минимум, но он купит, чтобы у него был чистый рот, чистая голова, и чтобы можно было умыться и почистить зубы. Правильно? Это этим самым, вот это компания Oriflame. Кусок мыла, зубная паста, шампунь – это компания Oriflame. Есть очень много компаний, которые тоже продают продукт, которые пользуются спросом. Вот. Но, например, если это продукт долгоиграющий. Я к чему это все рассказываю? К тому, что если перед вами, допустим, стоит выбор, да, сетевых компаний очень много, и в каждой из них можно заработать. И вот, допустим, смотрите, перед вами стоит выбор, какую компанию выбрать. Почему я выбрала, допустим, Oriflame? У нас очень такой продукт, который пользуется спросом, да, и который продукт, он быстро заканчивается. То есть, что такое, как заработать в любой сетевой компании? Это нужно создать товарооборот, личный товарооборот, продать, неважно. Мы все зарплату в сетевых компаниях получаем от товарооборота. Что такое товарооборот? Мы должны купить себе, да, либо продать, еще раз повторяю. У нас продукция очень такая нормальная, обычная, она имеется в виду, она быстро заканчивается. То есть, если у вас, допустим, 2-3 человека семья, и вы в каталог берете там кусок мыла, зубную пасту, тюбик и, допустим, бутылочку шампуня, за 3 недели у вас это кончится. Вы это купите опять, потом опять, потом опять. Таким образом, мы создаем товарооборот. Каждый, кто придет, он вот это вот все себе купит. Этим создается товарооборот, от этого идет наша зарплата. Есть такие сетевые компании, где очень хорошая продукция, но она долгоиграющая, она долго не заканчивается. Вот давайте думать, как в этих компаниях быть. В этих компаниях они развиваются, они тоже получают хорошие деньги, но там, чтобы создать товарооборот в таких компаниях, там нужно очень много продавать. Потому что нереально самому купить вот это и быстро израсходовать. Есть такие компании, которые тоже у нас на рынке появились, например, они очень хорошие, там очень хорошая продукция, но, допустим, там, ну, к примеру, постельное белье, допустим, там бижутерия, купальники, нижнее белье, очень хорошего качества, очень дорогое. Но, согласитесь, это не продукция, не товар первой необходимости. Поэтому, если у человека денег очень мало, и человек хочет быстро заработать, в этой компании ему тоже придется много продавать. То есть ничего страшного там нет, но в этой компании нужно будет продавать.
Есть компания такая у нас, я не знаю, как ее назвать, сетевая компания это или нет, она недавно пришла на рынок, наверное, лет 5 назад в Россию. У меня в ней работает знакомая. 5 лет назад она меня приглашала в эту компанию, когда я еще в Орифлейм не работала. Тогда я работала в магазине и получала 5 тысяч. Она мне пишет, что вот я работаю, новая компания, супер, надо быстрее успевать, потому что вот ниша, мы там нишу захватили, ну и так далее, как это обычно бывает. Взнос в эту компанию, то есть вступительный взнос в эту компанию 5 лет назад был 150 тысяч рублей. Вы можете себе представить? 150 тысяч рублей. Если учесть, что в компании Reflame вступительный взнос нет. Понимаете, есть 149 рублей мы платим, но при первом заказе, когда мы делаем заказ, нам это все возвращается. То есть у нас нет вложений. А там вложение, то есть 150 тысяч рублей ты вкладываешь, где ты их берешь, неизвестно. Тебе на 150 тысяч рублей дают продукцию, и ты ее продаешь. Кто-то продает ее за месяц, есть такие надоспособные. Берут опять, ну и так далее. Да, естественно, там продают, естественно, по ценам гораздо выше, наверное, по тем. Я не знаю, я не вникала. Но просто, представляете, 150 тысяч рублей. Где взять эти деньги простому человеку? Вот. Вот, в общем, кратко, что я хотела рассказать про сетевые компании. Я не знаю, получилось у меня или не получилось, поняли вы меня или не поняли, но сетевые компании на самом деле это очень круто, это очень хороший бизнес, это очень развивающийся бизнес, и это бизнес будущего. Ну и, естественно, решать вам, работать в сетевых компаниях или не работать.